Yeah!
Он скутара скарар. Он скутара Ah!
Нарёк не вернет тебе то, что ты потеряла, и тем более не убьет меня. С меня уже хватит твоих поучительных банальностей. Может, закроешь рот и будешь убивать тварей? Пошли уже!
Не приказывай мне убивать. Что? Я защищаю сына, помогаю друзьям. Но я не буду ничьим палачом. Хватит с меня. Не тебе делать этот выбор. Ты передо мной в долгу. Я здесь не из-за долга. Я бы и так тебе помог. У меня столько отняли, а я должна обо всем забыть? Фрейя. Хватит!
Идем. Нам нужно за эти двери. Вот. Я чувствую источник магии, привязавший меня к Мидгарду. Что это за место? Мой дом. Здесь я родилась. Стой. Что-то не так. Опенбера! Корни мирового древа, связанные проклятыми узлами Одина. Вот как ему это удалось. Ну же! Фрейя! Ницу! Эта тварь, она служит Одину? Нет! Она защищает форму их красивых, где бы они ни были! Ублюдок на это и рассчитывал! Я привлек ее внимание! Это хорошо! Эта тварь, она служит Одину? Нет, она защищает форму и красивых, где бы они ни были. Ублюдок на это и рассчитывал. Я думаю, вас учат в парке. Ни шагу назад! Надо добраться до корней! Сражайся!
служит Одину! Нет! Она защищает космос и красивее, где бы они ни были! Ублюдок на это и рассчитывал! Вот так! Не отступай! Не стой толпом! Двигайся! Эта тварь! Она служит Одину! Нет! Она защищает космос и красивее, где бы они ни были! Ублюдок на это и рассчитывал! Вот так! Не отступай! Go!
Thank you.
я вижу! Yeah!
тебя вижу! Забор! Цельте в печати! Готовься!
освободиться от Одина, а ты мне мешаешь! Ласса Рифа! Враги убиты. Все кончено. Да, кончено. Я все же смогла. Ты получила то, чего желала. Похоже, настал момент моего прощения или мести. Что выберешь? Если честно, ни то, ни другое. Какая-то часть меня по-прежнему злится и всегда будет. Всегда будет злиться. Но нет. Ты не тот, кто должен умереть. Теперь я вижу. Все, что между нами случилось. Не объясняй. Не надо. Я понял. Я не жалею, что спас тебя. И не стану жалеть. Но ты имела право сама выбрать, жизнь или смерть. Я не должен был выбирать за тебя.
теперь я снова я, то мне пора встретиться с братом. А что потом? Не знаю. Давненько я не принимала решения сама. Дай мне насладиться моментом.